подпишись на канал, поставь лайк на видео и нажми на колокольчик. Мы продолжаем. И сегодня в выпуске вы узнаете. Обвиняемая в съемке порно с Тарзаном, певица Меломанова сбежала из России перед началом судебного процесса. Певица Милана Меломанова предпочла поспешно скрыться из России перед стартом судебного процесса по делу любовницы Тарзана. Ей грозит до 10 лет тюремного заключения за кражу и изготовление порно соответственно. В скандале, разгоревшемся вокруг семьи исполнительницы Наташи Королевой, оказалась замешана Милана Меломанова. Именно она решила запечатлеть на камеру свою подругу Анастасию Шульженко, когда та вступила в интимную близость с Тарзаном. Вскоре супруга стриптизера обвинила коллегу в краже бриллиантов, подав соответствующее заявление в полицию. Кроме того, она проходит подозреваемой в деле об изготовлении порно. По этим двум статьям ей грозит до 10 лет соответственно. Несмотря на запрет на пересечение границ страны, Меломанова покинула Россию, не дожидаясь официального рассмотрения этих дел в суде. Исполнительница признавалась, что боится уголовного наказания по этому делу. Несмотря на то, что ролик опубликовала ее подруга Анастасия Шульженко, ответственность грозит именно певице из-за откровенного содержания материала. Девицу, которая сняла видео любовных утех мужа Наташи Королевой с начинающей актрисой и своей подругой Анастасией Шульженко, должны были судить по двум статьям – кража, она якобы стащила у Королевой бриллианты. И вторая статья – изготовление порно. А что вы думаете сами по этому поводу? Напишите, пожалуйста, свой комментарий под этим видео. Спасибо за просмотр и приятного вам дня!